Узкая железнодорожная колея, соединявшая пригород областного центра с Клепиковским районом Рязанской области, исчезла еще в конце прошлого века. Оставались небольшие участки Мещерской магистрали в окрестностях поселка Тума. Мы были среди последних пассажиров, совершивших поездку на дрезине по узкоколейке от Тумы до Голованова. Компанию нам тогда составил знаменитый журналист Василий Михайлович Песков. Эту ветку охранял и поддерживал в рабочем состоянии старый железнодорожник Сергей Алексеевич Никулин. Рельсовый путь давно разобрали, но мы все-таки нашли чудом сохранившуюся узкоколейку среди мещерских лесов и болот. Она продолжает верой и правдой служить людям в поселке Болонь. Пассажиров по маленькой железной дороге не перевозят, только грузы. Зато для поселка торфоразработчиков она имеет исключительно важное значение. Нам предстоит отправиться на поезде к одному из участков, где добывают полезные ископаемые. До дизельного тепловоза Ту-4, издали похожего на паровозик игрушечной железной дороги, нужно добираться по толстому слою торфа, который дожидается отправки на сортировочную линию. Широкий след от мощного трактора во многом упрощает задачу. Возле тепловоза нас дожидается машинист Александр Володькин. Начинается наше движение по зеленому коридору. Густая трава вдоль путей причиняет больше всего неудобств поезду, затрудняет движение, поэтому мы едем медленно. Штурвалом регулируется скорость. Прибавляем. Небольшой рычаг служит аналогом автомобильной коробки передач. Thank you.